Всем привет, вы на канале Линпу, и сегодня я снимаю для вас неделю влогов. Сегодня мне первый день, и да, кстати, скорее всего, это будет не неделя, а где-то дней 10, потому что в отпуске буду находиться 3 недели, и я уверена, что 10 дней будет как раз самое то. В общем-то, вчера я не смогла снимать из-за того, что у нас были перелеты. В общем, мы очень много ходили, в результате я очень сильно устала, поэтому ничего не смогла, к сожалению, сделать. Но сегодня у меня будет очень, я думаю, насыщенный день, поэтому мы сейчас идем к машине и едем в город Мцхету. И я предлагаю вас взять с собой, поэтому пошлите. Поехали, моя неделя влогов начинается. Сейчас сидим в машине и уже поехали в город Мцхету. Мы приехали сейчас в первое место, первый монастырь, который называется Христовский, я так поняла. Сейчас будем смотреть, что тут есть. Выгнали из того места, поэтому мы приехали сюда. Вот в этом месте вот Лермонтов писал свою поэму «Мцыри». Вот эти вот реки, где соединяются. Здесь очень красиво, мне прям нравится это место. Потому что я хотела давно уже побывать, когда прочитала поэму «Мцыри». Очень захотелось побывать на этом месте. Кому интересно, этот монастырь был построен в 5 веке нашей эры, вы представляете, как уже он здесь стоит? Вот это очень классно. Лермонтов любил его посещать. Купила магнитик моей учительницы по литературе, потому что она сказала, что очень хотела бы увидеть место, где писал Лермонтов. Сейчас приехали в Мцхету и гуляем, хотим немножко погулять по улице, но, к сожалению, я проголодалась. Как обычно, да.
потом мы решили покушать. Можно посмотреть все достопримечательности, поели, повеселились. И сейчас едем обратно в Тбилиси, а потом там тоже, наверное, покушаем. Приехали, сейчас идем кушать в ресторан. Есть надпись на грузинском. Здесь написано: подпрыгни, и ты узнаешь, сколько земля весила до твоего рождения. Да? Да. Знаешь, что интересно? Большинство людей, когда я рассказываю, начинают прыгать. Да, ну это дата постройки этой башни, 2010. Уже замороженный. Подожди, Денис. Сейчас, успей, мы еще здесь стоим, ждем, когда там не очень видно. Остановились на выборе этого ресторана, который называется 11 Катка. Мы покушали и наелись, и сейчас идем домой, потом там будем забирать наши чемоданы, вещи, и в скором времени отправимся уже в Батуми на поезде. Все, мы забрали все наши вещи. И сейчас идем, не знаю, может быть, мы поедем на такси, но, скорее всего, на автобусе. Деньги не потратить, или... Ну, потому что автобус, там легче его ждать. Вот. Но скоро встретимся где-то по пути. Приехали уже на автобусе к автовокзалу, и сейчас поедем уже на поезде. Мы уже сели в поезд, и, как видите, мы уже поехали, поэтому через 5 с лишним часов, когда мы ехали в Батуми, я позвонила на Батуми. Dear passengers, this station is Batumi. Внимание! Приехали домой, я безумно этому рада, и честно сказать, сегодня я очень сильно устала. Сейчас пойду уже ложиться спать, потому что на часах где-то около, ну, мне кажется, 00:30 примерно так. И давайте я вам проведу небольшой рум-тур. Кстати, мы живем сейчас в нашей квартире, то есть в прямом смысле нашей, потому что мы купили ее в январе 2018, и мама потом ездила в апреле, ее отстроила. И пойдемте, я вам покажу, что и как у нас здесь устроено. В общем-то, при входе у нас вот тут вот такая вот гардеробная. Потом мы идем, здесь у нас ванна, ну, самая обычная. Тут комната родителей, здесь большая комната, на этой кровати я сплю. Потом тут кухня наша любимая. И, конечно же, это балкон с классным видом. Вон там далеко море. Хочу сказать, что сегодня день был безумно насыщенным. За эти 2 дня в Грузии у меня такое чувство, что прошла уже неделя. И мне это, честно, очень нравится, что дни становятся такими насыщенными, что мы их проводим очень весело, и у нас нет почти свободного времени. Но при этом мы все очень сегодня устали. Хочу сказать вам всем спокойной ночи и увидимся завтра. Пока!